Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 4, урок 10. Составь уравнение и реши его. А. Какое число надо умножить на 80, чтобы получить 68800? То есть мы должны найти первый множитель. Х умножить на 80 равно 68800. Для нахождения неизвестного множителя мы должны произведение разделить на известный множитель. 68800 разделить на 80. Х равен 860. Значит, то число, которое нужно умножить на 80, будет числом 860. Б. Какое число надо разделить на 500, чтобы получить 8560? В данном случае мы должны найти делитель. Делимое. Х разделить на 500 равно 8560. Для нахождения делимого мы должны частное умножить на делитель. 8560 умножить на 500. Получаем 4 280 000. Мы нашли число, которое нужно разделить на 500. Это число 4 280 000. В. На какое число надо разделить 720 630, чтобы получить 90? В данном случае неизвестным у нас считается делитель. 720 630 разделить на х равно 90. Чтобы найти делитель, надо делимое разделить на частное. 720 630 разделить на 90, и мы найдем, что х равен 8007. Мы нашли то число, на которое надо разделить 720 630. Это число 8007. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.